Привет, братцы рыбаки. Пришла мне такая вот посылочка из Китая. В ней я заказывал себе вот такой вот фосфорный песок, который от солнца заряжается, а потом светится. И сейчас я вам покажу, для чего я его заказывал. Сразу же его пересыплю в коробочку. Тут вот получается 10 грамм. 140 рублей я за это отдал. На самом деле у меня много идей, куда я его хочу применить. Но сегодня я буду делать универсальный карасевый поплавок. Для изготовления понадобится мне вот именно вот этот порошок, вот несколько таких коктейльных трубочек, клевой пистолет. Для крепления поплавка понадобятся стопорки, такой вот маленький карабинчик с вертлюжком. Заранее вот еще сделал такую вот ушко из нержавеющей проволоки. Также мне понадобится клей и понадобится вот такой вот материал, кусочек маленький. Ну что, приступим. Для изготовления выбрал три вот таких вот желтеньких трубочки. Они практически полупрозрачные, как вы можете видеть. Вот это вот будет наружнее, самое прозрачное. И для большей жесткости вставлю еще вовнутрь две. Тело поплавка как раз и будет занимать вот эта вот длина до вот этой гофры. Отрезаю. Вот такой вот длины у меня будет поплавок. Дальше, чтобы потом это все запаять, вот эти вот две трубочки надо сделать чуть-чуть покороче. Чуть-чуть короче я буду их делать для того, чтобы у меня вот это вот этот песок фосфорный мог зарядиться через вот эту вот верхнюю часть трубочки. Отрезаем одну, точно так же отрезаем вторую. Дальше мне их, чтобы вставить вовнутрь, нужно разрезать вдоль, точно так же ножницами. Разрезаю эти трубочки повдоль, две штуки. Делаю это для того, чтобы поплавок был намного жестче, чем просто одна коктейльная трубочка. Тогда он у вас получится неубиваемый. Теперь они вот так вот свободно могут сжиматься. Вставляем одну во вторую. И теперь вставляем в основную трубочку. Как вы видите, делается это очень легко. Таким способом я давно уже себе делаю поплавки, но это будет не просто поплавок, а именно хочу его сделать универсальным для дневной и ночной ловли. Чуть-чуть с помощью палочки от чупа-чупса, она подходит практически на внутренний размер. Вот так вот утапливаю обе трубочки, которые внутри. Здесь у меня будет заливаться клеем. Вот такая вот заготовочка получилась. Продолжаю дальше. Теперь беру кусочек вот этого вот материала уплотнительного. Отрезаю вот такую вот небольшую штуковину. Вот немного сделал ее на конус, чтобы удобнее было потом ее вталкивать внутрь поплавка. Теперь мне надо смазать клеем вот эту вот ушко и вкрутить его в эту поролонку, так скажем. Ну, в общем, вот что получилось. Это будет своего рода пробочка, потому что здесь я буду сверху заливать клеем с клеевого пистолета, и это будет более надежно. Теперь чуть-чуть также капну клея снаружи. Этот материал клеем не разъедается, проверено. Теперь можно вот в эту вот маленькую часть, не где большое расстояние, а в нижнюю, вот так вот методом вкручивания садим на место. Лишний клей, который остался, убираем. Итак, клевой пистолет нагрелся. Можно теперь залить вот этот краешек клеем. Ничего страшного, если он сюда вылез, он легко убирается. Дно у нас запаяно, теперь займемся верхом. Подберу сейчас шарик пенопласта подходящего размера, чтобы он влазил. В самый раз. Теперь засыплю сюда этот песок и сверху еще одним шариком пенопласта закрою. Вот в конечном итоге, что у меня получилось. Ставил один шарик пенопласта, потом просто засыпал песок и ставил сверху еще один шарик пенопласта. И вот эту часть сейчас залью также с помощью клеевого пистолета. И все, практически мой универсальный поплавок будет готов. То есть вся фишка его в том, что вот этот вот фосфорный песок днем на солнце заряжается и ночью будет светиться, отдавая свою энергию. Теперь можно смело запаивать верх.
И мой поплавочек практически будет готов. Вот такими поплавками я пользуюсь уже давно, года два. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Единственное, ни разу не делал его универсальным. Все, запаял, сейчас подстынет клей. И поплавочек практически готов. Получился он очень крепким. И то есть сейчас будет днем он заряжаться через вот эту прозрачную трубочку, а ночью будет подсвечивать место рыбалки. Ну а пока первый поплавок я положил заряжаться на солнышко, сделаю еще один, чтобы вы могли убедиться, что это все делается буквально за несколько минут. Основная трубочка у меня будет вот теперь такая вот розовенькая. Отрезал гофру. Эти делаем чуть поменьше. Здесь будет запас под пенопластину и под клей. Здесь будет фосфор. Также вот отрезаю чуть меньше, чем вот эта вот часть, обе трубочки. Делаю их одного размера. Разрезаю повдоль. Дальше вставляю трубочку в трубочку. И это все в основное тело будущего поплавка. Немного продавливаю, чтобы сюда влезла пенопластина, а здесь буду засыпать фосфор. Подровнял трубочки. Этот поплавок я буду делать без крепления, буду его крепить на обычные кембрики. То есть один кембрик снизу, один посередине. Подбираю пенопластину, чтобы она плотно туда входила. Пенопласт вставляю для того, чтобы клей далеко не уходил, а запаивал только сам краешек. Вот так вот ее туда заправил. Теперь наверх. Вот такое вот тело получилось. Сюда засыпаю фосфор. Дальше нужно еще одну пенопластину, это можно заклеить. Вот так вот ее туда вставляю. Дальше немного песок этот фосфорный уплотняю. Вот и все, друзья. Еще один поплавок готов. Осталось запаять только вот эти вот краешки. Включу паяльник, сейчас нагреется и запаяю. Пистолет нагрелся. Теперь можно запаивать с одной стороны и с другой. Вот и все. Еще один поплавок у меня готов. Именно вот такие вот поплавки я считаю одними из лучших для рыбалки на карася на озерах, потому что они очень чувствительные. Вот эти вот трубочки, скажем так, цвета у них ядовитые, очень-очень хорошо заметны на воде. Лучше таких поплавков может быть только, наверное, гусиное перо, хотя они практически такие же. Вот этот вот красный поплавок у меня будет крепиться обычными кембриками. Подобрал просто изоляцию мягкую от подходящего по размеру провода. И вот так вот ее одеваю. То есть один кембрик на низ, один посередине. Здесь вот фосфорный песок. Но этот будет скользящим. То есть получается маленький вертлюжок. Сюда вот так вот цепляете. Потом на леску одеваете один стопорок. Пропускаете сам вертлюг на леску. И с другой стороны второй стопорок. Вот этот поплавок у меня будет сниматься с удочки. То есть порыбачили, сняли, убрали. Этот у меня будет на второй удочке на мотовиле. Сегодня у нас целый день льет дождь. Погода практически как вечером. Поэтому, к сожалению, я не смогу вам показать, как они светятся. Но вот такой вот вариант сборки поплавков, даже вот без этого вот фосфорного песка, я считаю самым оптимальным для ловли карася на озерах. Всем рекомендую. Ну и кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.